самое обидное было то, что вот мальчики больше всего кричат, что бабы свиньи. Очень много было песка, потому что они с бани бегут босиком, тут искупались в бассейне, бегут в душ. И вот этот весь песок, вот эта вся грязь. Я представляю, вот. Яна, ой, и... Кеша, не говори, я представляю, как там страшно. Я попросила. А это где все было? Где? Вообще ком душ. А где, где ты выгребла прокладку? А, ну, полки. Ты туда не заходила? Полы. Я туда просто зашла неделю-две назад, меня чуть не стошнило. Полки, полы. В душе в самом, вот так, прям тампоном вот он использован причем. Вот. И дело не в этом, это туфта. Это все отмывается, это грязь, это все отмывается. Но меня поразила очень сильно Катя. Я попросила ее принести мне швабру, и мне была прочитана мораль. Что если я стою, я сегодня мыла в трусах и в майке. Я видела, белая. Потому что одежду невозможно делать, потому что вся испачкается. Я говорю, Катя, я вся в порошке, у меня раздражение идет уже на коже от порошка от этого. Прицепи, пожалуйста, швабру, быстренько закончу, и все уже. И с Аллахом забудем про этот душ. Мне была прочитана мораль по поводу того, что если хочешь что-то сделать, делай это сам. Что не надо ни к кому обращаться, потому что всем здесь на все пофигу. Вот. И я вот так вот посмотрела, сказала спасибо, и все. Извините, сами туда ходят, да, в общий душ? Я говорю, Катя, я не для себя стараюсь. Он говорит, почему не для себя? Я говорю, потому что чаще всего купаюсь в душу Алены Степы.